посмотрите, с кем я. Это шеф-повар ресторана Сава, который получил Мишлен. А Мишлен кому попало не дают. Я могу подтвердить, я перепробовала здесь много блюд, высший пилотаж. Советую. Приходите в ресторан Сава. Меня зовут Андрей Шмаков, мы всегда вам рады. Всем. Спасибо. Отдельно подается соус красное вино с добавлением ягод красной и черной смородины и горчицы. Неприлично вкусно. Что это такое у нас? Это рулет из цикини с крабом и гребешком, соус сливочный виска с добавлением креветок и сверху попкорн из креветок. Дальше подойдет масло чили. Цукини. А это что такое? Это палка минестроне, итальянский овощной суп с добавлением кальмара. Сверху выкладывается палтус и посыпается отдельной крошкой. Смотрите, как достойно, вкусно.